Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс, и мы продолжаем проходить Ведьмака. В прошлой серии мы пробирались с боем в эту чертову усадьбу. Теперь нам стоит вернуться, потому что я действительно протыкал один очень важный момент. Гробница ворона не отмечена на карте. Я как-то забыл про это и чуть не пошел уже с Зигфридом убивать Еведа. То есть буквально чуть не запорол все те старания, которые были приложены для того, чтобы открыть эту броню. Это довольно печально, но да ладно, сейчас мы это все исправим. Для начала нам нужно вернуться... Куда бы это? Дорога на кладбище. Вот. И именно к кладбищу мы сейчас и отправимся. Дело в том, что он на карте не отмечен, а я как-то искал его, искал на карте и что-то подумал, что может быть это дальше. А тут вот уже усадьба, в подвале этой усадьбы... Для тех, кто не знает, находится Евед. Он именно туда сбежал. Там будет с ним последняя битва. Ну, потом же нам предложат отплыть, но сейчас я этого делать не буду. Там Зиг пускай ждет нас у того колодца, а мы сейчас займемся броней. Это можно было сделать и в прошлой серии, но я что-то как-то завтыкал. Да ладно. Первый раз за все прохождение я наконец-то соберу эти чертовы доспехи. Я вам напомню, я ни разу не собирал эти доспехи, поэтому я хз вообще. Я помню, я собирал эти все приколы, то есть было действительно такое дело, что я пытался собрать эти доспехи, но как-то втыкал эти моменты. Вот... Где же? Отвалили, блядь, что не ясно. Это оно? Да, похоже, что это оно. Гробница ворона, да. Как я хорошо пришел. Так, сейчас я вам покажу на карте, где это место. Вот... Вот, буквально вот сразу, возле дороги. Я думаю, не пропустите, если уж сильно вам это будет нужно. Но доспехи реально крутые, лучшие в игре. Я слышу голоса за этой стеной. Там что-то есть? Ну, есть. Блин, у меня нету кошки. Должно быть, вас послал вечный огонь, сударь. Здорово. Как вы сюда попали, добрый человек? Я искал могилу ворона, великого воина, в которой хранятся несметные сокровища. Херня. Нашли что-нибудь? На меня напали ужасные монстры. Потом начался обвал, и меня чуть не засыпало. Если бы не вы, милздарь. Быстрее, пока путь свободен. А я посмотрю, что там за монстры. Ага, давай вали-вали. Костер. Давайте-ка присядем. Заварим себе несколько кошек. А, у меня есть кошки. А что это я их не видел раньше? Ладушки, давайте к рассвету тогда. Ну, в любом случае, в пещере этот рассвет на похуй. И, блядь, и ласточку ж провтыкал. Ну, блин. Ладно, зря я это сделал. Ну, я думаю, справлюсь и без ласточки. А, давай, пей кошку. Привидение? Ого, сколько вас тут. Реально, блядь, шальные какие-то. Иисусе. Снесли мне здоровье вообще как не в себя.
Надо пить ласточку, потому что они меня съедят к хуям. Так, старый сундук, что тут есть? Довольно мощно. Как ты, блин, сюда забрался-то, старый ты пердун? Ладно. Не-не-не-не-не. Не тот меч, ты что? Я их буду убивать по годами. Давай. Ну да, монеток хватает. Ну блин, тут монстрятины дофига всякой разной. Один. Ну, один ты быстро сдохнешь. Меч из метеоритной стали, говоришь? Вторая часть доспехов. Из красно-синего железа. Да нахер он не нужен? Маска, это мне не нужно. Вот, вроде забрал все, что мне было, в принципе, нужно, да? Где я еще не был-то? Туда мне, к сожалению, не пробраться вообще никак. Ну да и черт с ним. Давайте посмотрим, что еще тут за сундуки и сваливать, пожалуй. Это я смотрел. Или все-таки как-то можно туда пробраться? Да, смотрите, вроде можно. Новый уровень. Хорошо. Нормально. Привидение, черт. Ох, черт. У вас тут пару штук. Иди вы нафиг. Привидение что-то мощное и сильное. Так, что здесь? Тут ничего, тут просто завал. А, нет. Этот завал реально расчистить. Иди сюда. Понапризывал тут всякого говна, но... Харе! Ну что с тобой не так, Геральт? Приди в себя. Привидение мощное. Блин, зря я не качал там всякие вот эти вот сопротивления. Воу. Че, вы вдвоем нападете? Это вы не страшно. Так-то вы не страшные. Здесь покоится ведьмак, известный по имени Ворон, великий воин и защитник слабых, вечная ему память. Да, без сомнений. Остатки доспехов Ворона, элемент доспехов, элемент доспехов. Книга Грома. Ему прямо ее в гроб положили. Нате сыручу. Вот книжку на почитаешь, я тебе оставлю. Что это вообще такое? Янтарь.
На, забирай. Ингредиент, мутаген. Так, надо бы еще в две комнаты зайти. Но теперь я уже действительно собрал все, поэтому можно и не париться. По поводу того, что я что-то завтыкал сделать. Так, там завал. Тут какой-то камень. Блять, эти привидения, мать их ёб. Ну вот и какого хуя? Геральт, приди в себя немедленно. Все? Блин, нет. Ну все, сдохли, нет? Тут что-то как для бафка, у меня тут слишком большая охрана. У меня, по-моему, уровень даже. Так, это давайте-ка. Ну что, тут завал, да? Сюда. А нет, тут еще одна комната. Зырьте, почему. Крутяк. Блин. Так, простите, оторвать. Такс. Этот телефон, блин, меня рано или поздно выбесит. Такс. Ладушки-оладушки, ну чё, ты закончишься или как? Я уже хочу. Прям, вах, как хочу, не могу. Заполучить эти доспехи. Так, ну тут я уже смотрел. А в этом склепе чё? Бутылка с водой. Замечательно, очень ценный материал. Круг огня. Ящичек. Да, можете не кидаться в меня говном, потому что я знаю, что у меня на поясе факел, но я, пожалуй, предпочту не менять оружие, а пить кошку. Так, это все, да? Больше тут никаких ходов, подходов и прочей ерунды нет. Судя по всему, так. Ну что, выходим тогда отсюда. И куда нам чесать-то теперь нужно? Блин, не ебёт абсолютно. Кто там остался? А, нет, стоп, ебёт. Надо уровень поднять. Ну, а он так, он от страха сдох. Хорошо. Получены новые таланты, я надеюсь, хоть один золотой. О, наконец-то. Господи Иисусе. Сила, что дает сила? Повреждение 20, отражение, здоровье 150, сопротивление кровотечению. Бля, я хер подниму еще один уровень. Хотя, кто знает. Атака, уклонение, отражение, иммунитеты. Выносливость. Энергия, восстановление, сопротивление, боли, ядом, оглушение. Поскольку я качал все время Dex, буду качать все время Dex. Так. Теперь у меня есть два серебряных таланта. Сопротивление нокауту. 50. Иммунитет к боли. Длительность оглушения. Давайте вот, пожалуй, длительность уберем, потому что все-таки оглушить меня смогут. И я почему-то так думаю. Что у нас здесь? Я даже не знаю. Ну, просто так. Пускай будет. Типа, она мне не нужна.
И пора возвращаться в Старую Визиму. Все элики с меня спали. Замечательно. Простите, что прерываю паузой, потому что тут все-таки работа. Звонить, не дают ведьмака поиграть. Такие плохие люди. Такс. Куда? Мне сюда. Да тупо через болото, рашануть, да и все. Даже драться ни с кем не хочу. Пиявка, отъебись. Плавун, отъебись. Блин, хорошо они мне сносят, а где мои уклонения, никто не знает. Такс. Пора возвращаться, собственно. В Изиму. Там еще можно было мальчугана найти, который, ну, которого там ищут, но я не хочу этим заниматься. Вот, броню я заполучу, а все остальное меня как бы не колышет. Так, кстати, где этот переход-то? Вот. В Старую Визиму. Ну же. Капитан наемников. Жан-Пьер. Давненько не виделись, ведьмак. Говорят, принцесса назначила крупную награду за твою голову. Рад, что ты за нее не ввязался. Если бы я знал, где искать. Кто знает? Надо же как-то на жизнь зарабатывать. Хуя себе. Я понимаю. Уже поздно. Может, еще другой случай будет. Не надо, Жан-Пьер. Да. Много работы. Много работы. Вроде бы так, но я убил больше эльфов и саламандр, чем ты сожрал цыплят. Мне скучно. Я понял. Мне нужна перемена, вызов. Понимаешь, о чем я? Понимаю. Ты знаешь, где меня найти. Прощай. Ох, Жан-Пьер, самый жесткий охотник за головами. Он бессмертен. Вот такие вот дела. Такс. Сестра. Сколько еще раненых нам предстоит исцелить? Ну, похоже, победа. Я вам так скажу, да? Старый колодец. Баррикада. Некая башня. Бородолик Эйнштейна. Госпиталь. Вот дом кузнеца. Мне сюда. Оружейник ордена. Знаешь легенду о доспехе ворона? Конечно, это каждый оружейник знает. Ты можешь мне такие сделать? Не так быстро. Его создатель использовал нечистое волшебство. Кстати, остались только наплечье, наруч и перчатка. Это непросто. Но если ты принесешь мне нужные компоненты, я мог бы сделать тебе прекрасное оружие. Что тебе нужно? Оставшиеся части доспеха ворона... И доспехи графа Кобуса Руйтера, сделанные по образцу доспеха ворона. Граф пал в битве при Брене и был похоронен на болотном кладбище. Да нашел я их, нашел. Я принесу тебе доспехи Кобуса Руйтера. Что еще? У нас проблема. Я могу заменить эльфийские песни на молитву вечному огню, но тебе придется принести мне записи эльфийского песнопевца и литанию священного пламени, произнесенную святым Григорием, когда еретики напали на него в храме. Я могу найти эльфийского менестреля на болотном кладбище. А где искать летанию? Кости святого Григория покоятся в древней обители Святейшей Инквизиции, давно забытой и запертой. Может быть, легенда о святом поможет тебе придумать, как открыть двери? Я слушаю. Еретики убили святого Григория Инквизитора, чтобы отомстить за родичей, очищенных в вечном огне. Григорий ждал их в храме, вооруженный словами веры, и своим верным топором-мясорубом. Хера себе. Толпа дважды атаковала святого, как и вихрь, но он не покорился. Тогда святой, произнося литанию, возвал к вечному огню, и злобные еретики обратились в пепел. Григорий затем заперся в храме и умер от полученных ран. Говорят, что в легенде скрыт ключ к святыне. Я бы попробовал какое-нибудь заклинание со стихиями. Постараюсь не забыть. Уже. Чем могу? Чё ты крафтишь-то?
пацанчик. Хера у тебя тут мечей. Повреждение 30, вероятность нокаута 75. Господи Иисусе. Это хороший меч. Да, по сравнению с этим, конечно, не очень, но все-таки. Повреждение 45 и вероятность нокаута 75. Охереть. Да уж. Меч реально хорош. 28. 8. 5. 16. 20. 16. 24, 20, херня полнейшая. Забирай этот и вот этот. Тимерскую шину и водку тоже забираешь, чтобы мне место не заполняло. Хорошо. Чем? Вот все компоненты, которые тебе нужны. О, вечный огонь! Я выкую для тебя священный доспех. Спасибо. Когда он будет готов? Возвращайся завтра. Ок. Вышел. И вошел. Давай сюда доспехи. Чем могу? Доспехи готовы? Воистину, узри сей шедевр. Постарайся не слишком поцарапать их в битве. Спасибо. Ого! Не за что. Офигенски. Новые доспехи. Да, вообще просто прелесть. Держи вот это вот. Ты пухлишка. Забирай. Шаль. Ну, пускай валяется. Чё? Наш ведьмак тот ещё жигало, поэтому ему пригодится. Так, фиштек. Забери немножко. Бля, там эти выпали, мои элики, наверное. Да? Ласточка там моя не выпала, нет? Где все мои ласточки? Походу все ласточки повыпадали. Черт. Плохо. А нет. А где же они тогда? Короче, смотри, что есть. Держи, вообще халява. А где мои ласточки, твою мать? Кошки есть. Росомаха есть. А ласточек нету. Белая чайка, пуга, фиштык, гром. Сука. А где же я проебал все ласточки? А на этом вместо росомахи поставим, пожалуй. Блин, надо ласточек сделать. Причем довольно много. Раз пошла такая пьянка. Ой, новые таланты даже появились. О, еще один золотой талант. Замечательно просто. Уклонение 50%, точный удар. Твою мать, ну вот как я могу это не прокачать? 50% еще плюс к уклонению. Все-таки декстерити. Все-таки декстерити. Иммунитет. Вероятность остановить воспламенение. Длительность воспламенения. Вот это... И вот это, пожалуй.
там вот, держись, удачу, пускай будет. На это уже, в принципе, насрать. Ой, блин, надо же было... забыл ласточек сварить. Ну ладно, сейчас по-быстрому это все сделаю. Кузнец, слышь, такое дело, я забыл ласточек сварить. Дай-ка мне еще подремать. Не, ну бронька такая жесткая, реально похожа на то, что там в третьей части, в трейлерах показывали. Такс. Где мои ласточки-то? Рили ласточек нету. Так, это уже на исходе, поэтому давайте варить. А чё не хватает? Чё не хватает-то? Твоя мать. Ребис. Что такое ребис? Говно жопа. То есть я пойду на бой, вообще, блядь, вооружившись одной ласточкой? Это ж, блядь, смешно. Калькштейн, сука, продай мне. Эликсиров. Или хотя бы к ним ингредиентов. Ну, господи, у меня там было 5 или 6 штук. Куда они все могли деться? Ну ладно, багануло так багануло, хер с ним. Ничего, в принципе, страшного в этом нет, потому что я потерял пару эликов. Такс. Рута к дамбе. Лаба Калькштейна, башня плача. Ладно, давайте все-таки не пойдем туда. Не пойду я уже с теми ласточками, хуй с ними. Интендант. Вот, и пойдем уже, пожалуй, разбираться с этим чертовым Еведом. Потому что, ну, запарил он, запарил. Вот так я, собственно, и должен был прийти сюда. Уже в этой броне, уже готовым ко всему. Вот уже с двумя вкинутыми золотыми талантами. Так, жалко, что ласточек нету. Блин, что-то я очкую по этому поводу. Ну ладно, хрен с ним. Ничего не поделаешь. Нету так нету. Разберемся без них. Зик, настало наше время. Мне нужно проникнуть внутрь старой усадьбы. Это главное логово Саламандр. От главных ворот никакого проку, но я знаю другой путь. Старый полуразрушенный колодец ведет прямо в пещеру. Пошли. Иди. Интересно, кого это тут повесили? Может быть, эльф? Или членов ордена? Блин, такая громоздкая у тебя броня, Зик. Реально, тебе в красной шло намного лучше. Намного больше. Реально, и такой внушительный был. А сейчас ты что-то как-то не очень. Броня великого маги... Ну, блин, ну какого хуя? Ну... Давай драться, чё? Всегда люблю пылающие рожи. Oh!
Не, вдвоем-то мы его запинаем вообще без вопросов. Черт побери, еще идут. Геральт, когда ты проберешься внутрь пещеры, иди прямо, пока не найдешь узкий проход. Ты не пойдешь со мной? Слушай, протиснешься внутрь и окажешься в катакомбах под старой усадьбой. После этого тебе придется все решать самому. А как же вы? Мы будем ждать тебя здесь. Быстрее, идет еще одна волна этих проклятых мутантов. Я пошел. Блин, Зигфрид. Ты только не помри, понял? Ну да, мутантов-то... мягко скажем, много. А тут не только мутанты, тут еще и чертовы саламандры. Кошку пьем, а то темно. Я вас серебряным мечом могу порезать спокойно вообще, не напрягаясь. Коридор, решетка. Давай открывай, блядь, я пришел. Евет? Это что за хрень? Ты знаешь, что Райла была к тебе неравнодушна? Знаю. Всегда тобой восхищалась. Жаль. Вы могли бы составить прекрасную пару. Кончай этот фарс. Как хочешь. Узри моего Кощея. Совершенный убийца. Да? Кощей, говоришь? Иди сюда, Кощей. Блин, ну какого хуя? Ну же! Воу, и меня откинуло, и его откинуло. Понятно, это больше на нем не применяем. А вот воспламенение ему вошло. Твою мать. Сука, прекрати. Ну вот, блин, и какого хрена? Он даже меня не ударил, но умудрился как-то оглушить. Сердце Кощея. Это для мутагена. Хорошо. Ну чё, попустись ты уже. Можешь бегать. А чё он так медленно бегает? Вот, всё. Так, пойдём дальше. Это же идеальный убийца. Совершенный. Открывай, блядь. Херня. Что за говно? Ого, у тебя стиль, ебать. Это ведьмачий. Ну так. Потому что я узнаю эти быстрые удары. Это третья или четвертая комбо. Мать вашу. Ты умрёшь,
Дело в том, что умру не я, умрешь ты. Ну, такое бывает. Зазнаются люди. Хорошо. Лаборатория. Я думаю, мне туда. Жизни уходят, тем не менее. Ну как, не сильно, но уходят. А да, я же вам не показал, чего стоит эта броня. Здоровье плюс 150, повреждение плюс 10, получаемое повреждение минус 30%, восстановление здоровья 10%. Просто супер, просто блеск. Такс. Чувствительный к серебряному мечу. Ослепление. Да, давайте, пожалуй, нанесем ослепление на мой меч. Что такое? Как это понимать, простите? Окей, я не могу нанести ничего на меч. Заебись. Какие-то катакомбы. Что за лаборатория? Я хочу посмотреть. Слышь ты, воин, маска, иди сюда. Ошибся. Это тебе конец. Вот видишь, а ты переживал. Нормально. Откуда этот взялся вообще? Шутё знает. Эти собаки, они вообще ничтожны. Так, лаборатория. Давайте посмотрим всё-таки, что за лаборатория. Интересно. Что там? Ты меня раздражаешь. К тому же ты изрубил моего Кощея. Труд долгих лет. Придется решить вопрос более традиционными методами. Жду не дождусь. Ой-ой-ой, какие угрозы. Где ты этим театральным штучкам научился? Я тебя предупреждал. Не мочись против ветра. Ничем хорошим это не кончится. Понятно. Много болтаешь. Испугался? В этот раз ты помочился против торнадо. О! Убить его! Прям торнадо? Охуеешь теперь. Боюсь, блядь, ты же знаешь как. А вы сильны. Слышите, ребята, что-то я вас задамажить не могу. Может, мне меч поменять? Хорошо входит. Yeah.
Какое-то торнадо такое вялое, знаете. Больше похоже на струйку в унитазе. И куда это ты меня телепортировал? Твой ход, Евет. Я уже давно понял, что могу рассчитывать только на самого себя. Прежде чем я убью тебя, ты должен знать. Хорошо вооруженный отряд перебьет всех раненых в госпитале, а эту рыжую суку заставит смотреть. А после того, как они ее изнасилуют, она захочет умереть. Но будет слишком поздно. Мы ей дадим мутагенов и посмотрим, что получится. Что скажешь, ведьмак? Все так же равнодушен? Да, потому что я тебя сейчас убью. Ты подослал ко мне убийц, говорил красивые слова, угрожал убить меня. На деле ты до смерти боишься и оттягиваешь неизбежное. Аллар Зархбин Талла! Охуеть страшно. Беренгар? Беренгар? Я так и думал, что не успею. Тебе помочь? Удивлен, что ты пришел. Я обдумал некоторые вещи. Трус, ты же знаешь, какое тебе предстоит наказание. Ты можешь избегнуть его, если сразишь Геральта из Ривии. Ты можешь заслужить мою милость. Твои угрозы меня больше не впечатляют. Готовься, колдун. Я иду за тобой. Молодец, Беренгар. Мы еще встретимся. Правильный выбор. Беренгар принял решение. Он знал, где скрывается Евет. Он знал, что рано или поздно я найду колдуна. Он знал, что один в поле не воин. Воу. Что за говно вообще? Дай подняться, ты ублюдочный. Ага. Понятно. Довольно плохо. Да успокойся ты, мать твою! Ты все, блядь. Дай залутать, дай залутать. Алмаз. Полный иммунитет. Офигеть. Старшие братья. Золото Кощея. Новый мутаген. Беренгар. Я обдумал некоторые вещи. Ну чё, ты большой молодец тогда. Такс. Евет, слышишь меня? Что происходит? Как проходят эксперименты? Мне срочно нужны рыцари-мутанты из Вазимского ордена. А кто там? И неудачных пришли. У меня мало времени. Ответь! Магистр! Геральт мертв. Геральт! Я иду за тобой. Увидимся, великий магистр. Скоро. Да. А за всем этим с самого начала стоял великий магистр. Наконец-то. Я боялся, что ты никогда не возвратишься. Меня не так-то легко убить, как и тебя, судя по всему. Что ты нашел в катакомбах? Тебе это не понравится. Ведьмак. Расскажи мне про великого магистра. Воины уважают его.
Его окружает аура победы. За ним ты с радостью пойдешь даже в самые безнадежные сражения. С верой в победу. У него есть какие-нибудь магические дарования? Сам я мало знаю о магии, но я слышал, что он одним усилием воли поднимал железные решетки ворот осажденных городов. Правда это или легенда, мне неведомо. Должно быть, он могущественный волшебник. Очень. Вероятно. Еще он превосходный фехтовальщик. Предводитель Саламандр мертв. Отлично. А какие тогда плохие новости? Все признаки указывают на то, что за Саламандрами стоит Орден Пылающей Розы. Что? Это невозможно, ты лжешь! Есть доказательства, Зигфрид. Мне очень жаль, но нас обманули. Мы должны предупредить короля, пока еще не поздно. Мы можем взять лодку на пристани. Давай встретимся там. Отлично. Ну я был вообще, вы знаете, я большой фанат людей. Вот. И был все время за Зигфрида, за Орден. Но, блядь, великий магистр сделал такую подставу, который просто подставу. Ад. Знаете что, дорогие друзья, пожалуй, великим магистром, переворотом, королем и всем остальным мы займемся уже в следующей серии. А на этом, пожалуй, все. Всем спасибо за просмотр, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до новых видео. Всем пока!